В центре Сочи в рамках физкультурно-оздоровительной акции «Во славу воинов я посвящаю» для юных спортсменов прошли мастер-классы по боксу. Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения Краснодарского края от фашистских захватчиков. Это мы делаем в честь Великой Победы, в честь победы в Великой Отечественной войне. И мы считаем, что это очень правильное мероприятие, очень правильная акция, когда ребята через спорт помнят, либо вспоминают о том, что было такое трагическое событие в истории нашего государства. Свое мастерство продемонстрировали и чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Денис Лебедев и олимпийские чемпионы Вячеслав Яновский и Рахим Чахкиев. Почему бокс, почему вообще единоборство? Потому что этот вид спорта, он воспитывает мужской характер, он воспитывает силу воли, терпимость, храбрость, отвагу. То есть именно вот эти качества в человеке, в мужчине, они дают нам вот это желание сражаться за победу. В показательных выступлениях, которые проходят на открытых площадках каждые выходные, уже приняли участие более 800 человек. Акция продлится вплоть до 9 мая.